Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Half-Life 2 в рубрике «Лучшие игры». Итак, мы вновь в Рейвенхольме. Я думаю, за эту вторую часть мы его уж точно пройдем. Но впереди нас ждут самые сложные испытания этого маленького, страшного, ужасного, темного городишки. Конечно же, мы в него поперлись ночью. Безусловно, ведь все ужасы должны происходить ночью. Фу, ну что ж. Блин, отличное начало. Сверху на нас уже скидывают бочки. Вообще, конечно... Это неплохо, если знать, в кого их кидать. Но пока что я не вижу противников. Зато я вижу страшный стул, который стоит прямо наверху. Так. О-хо-хо-хо-хо. Не нравится мне это. Не нравится мне это, совсем не нравится. О, блин! Вот гадство, а! Это тот, да? Который кидается... Ну, конечно, это тот, который кидается пауками. Смотрите-ка, он жив. Это какого черта вообще? Как же так-то, а? Как же так, сволочь? Сдохни. Ой. Ладно. Я чувствую, патронов у меня будет не слишком много. Поэтому давайте-ка их расходовать разумно. Настреляем в эти огромные хэдкрабины. Так, здесь ничего. А здесь... Походу, эту дрянь можно... Да, ее можно открыть только с той стороны. И один из гадов ушел прямо сюда. Но... Вот, это он? Нет, это не он. Это его друг. Один. Давай. Второй. Отлично. Отлично. Ух, ё, нет. Вот, кажется, тот, которого мы тогда видели. Да. Точняк. Открываем. А вообще, зачем я вот здесь кругом прошел? Я не понимаю. Чтобы убить их как можно больше? Ну, да. Возможно. Зря я вообще сюда поперся. Здесь же даже ничего не лежало. Какой черт мне было сюда идти? А патронов-то все меньше. Патронов все меньше. Врагов все больше. О, я мог запустить суперловушку. Позабыл я про нее. Позабыл я про нее. Совсем, совсем, совсем. Позабыл я. Долбанный паукометатель. Как же дико я его ненавижу. Откуда ж ты здесь взялся, сволочь? Ох ты, сволочь. Понял я, что боезапас исчерпан. Ё-моё. Оу. Ну где вы, твари? Слышу вы, девчонки. Девчонки, девчонки. Короткие юбчонки. Девчонки, юбчонки. Что он сказал? Мама? Еще и посмеялся в конце. О, боже мой! Опять он меня травил. Ненавижу. Так, это круто. Было круто? Да откуда же вас столько? Встань, встань, встань. Не беги за мной. Беги за мной. Трап еще выжил. Сволочь. Все, больше меня костюм не подлечит. Эх, а жаль. Паучара, вы посмотрите, какой живучий. Сейчас, сейчас, сейчас. Да что же это происходит-то? Она сломалась. Она сломалась и отлетела куда-то. Вот дерьмо. Отец. Отец, какого черта ты не починил эту ловушку? Я не понимаю, они долго будут еще лезть? Пока у меня боезапас, что ли, не кончится? Короче, мне надо, походу, дальше идти, а я здесь сражаюсь с этой бесконечной ордой. Непонятно зачем. Непонятно для чего. Вот, мне надо идти сюда. Так, игру никогда не пройду. А, фак. Да что у вас? А здесь еще идут.
И еще. Видимо, мне правда надо просто пробегать, потому что я думал, что они кончатся, но они что-то не кончаются, нифига. Так, главное не спешить, а то можно вот в таких местах вообще, вроде простеньких, но свалиться. Так. Там у нас бочки. Тут у нас... О! Походу, здесь наш падре отдыхал по вечерам, пил пивко, отстреливал зомбарей. В общем, весело проводил время. Так. Ага. Сейчас я тебе устрою, сволочек. Да боже ты! Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Да. В крови обнаружено ОВИ. Посмертно. Так, я забрал нычку-то. Респ мой... Нет, не забрал. Но, в общем, респ мой был там, где нужно. Очень даже там, где нужно. Да на тебе, чертов паучара. Вот вам всем. Гаденышам. Под люком. За мою смерть. За мою гибель. О, он кидается, кидается, мразь. Куда мне надо? Я не могу понять. Подождите. Подождите. Прежде чем я куда-то пойду, мне нужно... понять, куда мне нужно. Так, походу мне нужна телега, что ли, это? Или это не телега? Что это за дрянь вообще? Мне надо внутрь, что ли, попасть? Внутрь этого здания? Так. Тихо. Вот здесь я вижу вот эту платформу. Она, по идее, ездит туда-сюда. Как мне ее запустить? Там паучара у нас. Так. Сюда мне тоже не попасть, походу. Может быть, мне сюда как-то надо было забраться? Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Здесь входов нету, как вы видите, да? Так. Сюда? Нет, вряд ли мне сюда. Какое-то странное место здесь вообще, ну правда. Очень странное. Оп! Кстати, я почти запрыгнул на крышу. Так, что у нас здесь? Да откуда ты взялся-то? Не было ж тебя. В палате царской. Чёртовы паучары, как же я их ненавижу. Вообще странный проход. Очень странный проход. Непонятно, он вообще для чего нужен. Непонятно зачем, непонятно для чего. Что-то я тут немного подзастрял вообще. Отстань, паучара проклятая. Может быть, вот. Вот, точно. Вот сюда мне нужно. Так, опять у меня патронов хрен да ни хрена. Достанем дробовичок. Так, ага. Вот платформочка. Так, вот теперь уже. Мы отправляемся как раз-таки вот сюда. Да. Наконец-то. Там опять эта мерзость ходит. Швыряющаяся пауками. Как же я его ненавижу. Как же дико я его ненавижу. Так, не падаем. Не падаем. Вот так. Так. И вот так. Отлично, отлично. Так, берем патрончики. Еще берем патрончики. И давайте, наверное, поспешим, что ли. Потому что, кажется, за мной гонится. О, блин. Нет, не падать, не падать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ух ты. Отец, ты вовремя начал мне помогать. Я не знаю, если ты мне помогаешь, конечно. Я очень на это надеюсь. Так, ладно, хорошо. Ой. Гранатка? Нет, гранатка это не то. Это немного не то. Так, пилы. Это то, что нужно для данной комнатки. То, что просто доктор прописал. Пошел нафиг. Ты пошел нафиг. И вот ты тоже нафиг пошел. Отлично. О, еще последний остался. Тебя еще не послали. Вот так. Что такое, а? Сейчас тебя подожжем. О! Ну,
блин, он даже не сказал ничего веселого. За это его друзья будут распилены. Так, еще здесь есть у нас циркулярочки. Отлично. Еще так еще. Всех вас тут порежем на части. Все, кончились? Нет, еще один остался. Ладно. Значит, и тебе достанется. Вот тебе. Я не понимаю, он что? Фига себе. Довольно слабое это отталкивание, я вам скажу. Очень мало оно урон наносит. Так, а что у нас внизу? Ага. Так. Дробовичок наш. Веселый. Прямо в голову. Прямо в хэдкраба ему. А ты куда пошел, паучара, чертов? Здесь, кстати... А, здесь дверь открылась. Вот оно что. Ну, понятно. Теперь-то она мне уже не нужна. О! Сами вниз спрыгнули. Вот там и сидите, твари. Так, сейчас мы тут накидаем вам ящичков. Эй! Сволочь! Как он сюда забрался? Вот гаденыш. Ладно, нам, в общем, дальше нужно. Так. Ой-ой-ой-ой! Сдохни! Отлично. Блин, они прыгают шикарно просто. Еще и отталкивают. Ху-ху-ху-ху-ху. Паучары, ненавижу паучар. Какие мерзкие пауки, а. Какие мерзкие пауки. Вы только посмотрите на их мерзость. Она максимальна. Так, ну вот, мы вроде начали продвигаться, наконец. Какой-то новый райончик Ревенхольма у нас здесь. О, церквушка. Правда, ха-ха, крестов почему-то решили не ставить. Хотя это, очевидно, православная церковь. Так. Да что, бас, всех. Тебя в главной роли. Туда же. Так. Гребаные пауки. Да вы посмотрите, ужас какой-то. Живучая просто эта тварь, напичканная пауками. Просто ужас, какая живучая. Столько патронов в него высаживаешь. Ага. Иди попробуй дверь теперь открой, говнюк. Я человек, а ты нет. Ты всего лишь богомерзкое существо. Ну что ж, вот мы, кажется, и добрались до нашей интересной точки. А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Да, чуть-чуть терпение, совсем. Терпение, брат мой. Совсем чуть-чуть. Держись, брат. Прям вот вообще малец. Малец мне нужно подождать. Вот, вот самую малость вообще, понимаете? Вот чуть-чуть мне нужно подождать. Ну ладно, сохранимся. Потому что я думаю, мне это потребуется. Так, мерзость... Мерзость, мерзость, мерзость. Опять лезет. Так, мы просто должны смотреть по дергающимся трубам. А, блин, он заметил меня. Зашибись. Лучше бы я сидел здесь и не парился. И просто ждал бы эту тварь. Нет, он лезет, 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 лезет. Залез? Получил. Прекрасно. Ребят, вы же должны платить налоги, правильно? Вот я вам их и выписываю. Налог на крышу. Кто хочет побыть на крыше, должен получить дуплет в голову. Если вы не выдерживаете данных условий, значит, вы не заслужили крыши. Понимаете? Крыша, она для избранных. Для Гордона Фримана, например. Но никак не для вас. Совсем не для вас. А вот и наша люлечка. Пошел вон. Этому пришлось выписать тройной налог. Давай, брат, залезай в люльку. Залез? Ручник, брат. Сними его и спускайся. И нафиг отсюда, долбаная паучара. Фу, а вот и наша люлечка. Прекрасно. Пока, Ревенхольм. Приятно было повидаться. Хотя я вроде увидел тебя в первый раз. Наверное. Все равно Гордон молчит и ничего нам не скажет.
Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что до меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Так точно. Следуй за мной, брат. И ступай легче, ибо это священная земля. Но оскверненная. Так. Сюда, брат мой. Все, я вроде взял. Поэтому погнали в шахты. Веди меня, падре, веди. Ха, кстати, моднявые кеды, падре. А, лезут. Отлично. Красава. Красава, святой отец. Жить ближе, брат мой. Отлично. О, кладбище. О, пилы, это круто. Как они все разом-то. О, шикарно. Тройной пошел. Классный святой отец. Что тут и говорить, просто шикарный. Так, где еще пилы-то? Все? А, блин. Ну ладно. Черт с ним. Будем так их мочить. Пила, конечно, ваншотит, но не убивает хэдкраба иногда. В этом ее небольшой минус. Обрети же истину! Обрети ее в пиле! Ай, ну вот, видите, эти хэдкрабы мерзкие. Лучше на самом деле подходить, дробаша в голову ему всаживать. Вот так вот. Как он это делает. О, или бочкой, например. Бам! Отлично. Там еще остались, но нам, походу, сюда, да? Или... А, нет, это просто... Да будет земля тебе пухом! Просто нычка такая. Давай, бочку мне сюда. Бум! Прекрасно. Еще один. Так, мне бы еще бочку какую-нибудь. Ух ты, ничего себе тут рвануло. Неплохо. Ауч. Ауч. Да. О, ты мерзость. Так. А, блин, только бы не сдохнуть теперь. Ай-яй-яй-яй. Освободись, дитя. Ё-моё, один хп. Один хп, это не фальшивый один хп. Это не фальшивый хп, который может пройти потом. Следуй за мной. А, мне нужно здоровье. Будь ты проклята, дитя. Ху-ху-ху-ху-ху. Где аптечка? Есть. Фу, хоть одну аптечку взял. И то ладно. Ого, нам еще отбиваться-то здесь. О, так. Один есть. Да сдохни же ты. Фу, шикарно. Все, отбились? Отбились, святой отец? Пойдем. Ты живой вообще там? Пошли. Давай, шевели кедами. О, здесь было много пропана, кстати говоря. Можно было его, наверное, взорвать. Поторопись, пока я держу ворота! Прощай, брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет! Спаси же
свою душу. Ну что, святой отец? Ох ты, ё-моё! Он там вообще в огне! Нет, святой отец, какого чёрта? Святой отец! Сдохните, твари! Сдохните! Нет, нет, он же не может погибнуть! Он не таков он! Не таков! Святой отец! Какого чёрта? Все что ли? Он теперь из огня не выйдет, что ли? Вот ведь гадство, а. Да, вот, наконец-то он... Он еще живой там где-то в пламени. Идите сюда, идите, идите, идите. Идите сюда, идите, идите. О, шикарно. Все? Я сделал все, что мог, святой отец. Кстати, там еще есть. Блин. Жалко, жалко, если он погиб. Хотя нет, он все еще смеется и отстреливает их. Прямо находясь в пламени. Но он крут, конечно. Он крут. Так. О, я отсюда могу сверху еще посмотреть на все это дело. Да, вон там парочка еще ходит. Ну, я думаю, с ними он справится, если что. Ну, а мы отправляемся дальше. Как сказал святой отец, путь наш пролегает через шахты. Вернее, будет пролегать. И кажется, да, он начнется прямо сейчас. Ну что, совершим прыжок веры, ага. Блин, боюсь я. Там у нас что? Ага, фиг там прыжок веры. Там у нас нету воды. Так что, если я совершу прыжок веры, то... Очень сильно разочаруюсь в этом. В ней моя вера будет поколеблена. Непоправимо. Блин, паучары! Знаете, я думал, с ними покончено. Но нет, походу, эти мрази теперь будут меня преследовать до конца игры. Фонарь не работает здесь. О, слушайте, сейчас мы... Хоть кого-нибудь я там взорвал. Блин, я не хочу идти к паукам. Ну, правда. Почему опять пауки? Почему опять пауки? Я их ненавижу. Ненавижу этих проклятых паучар. Может, убью хотя бы половину вот таким макаром, а? Я не надеюсь на большее, правда. Вообще не надеюсь. Блин, я не хочу вниз идти. Я не хочу идти вниз. Только не вниз. Что ж такое-то? Нет, они упорно ведут меня вниз, посмотрите. Ладно, я зайду еще сюда. Это хоть... Как-то меня... Немножечко... О! Подбодрит. Немножечко патронов. Да. Да, немножечко патронов. Но, боже, сколько пауков. Кошмар. Может, мне и не надо сюда? Знаете, я упорно пытаюсь убедить себя, что мне туда не надо. Но, походу, надо. Какой отстой. Они сейчас будут прыгать на меня и кусать. И такие со всех сторон. И... Побежали. Побежали, побежали, побежали. Отстой. Отстой, отстой, отстой. Бежим. Бежим отсюда. Так, Ой-ой-ой-ой. Нет, туда? Нет, мне не туда. Мне не туда. Идите к черту. Мерзкие паучары. Мне куда-то сюда и... И вниз, да? Есть. Бочка, бочка. Защити меня. А, зараза. Нос зачесался еще. Пока расстреливает этого паука. Можно почесать нос. Все. Идем дальше. Сдохните, тварьюги. Да, вы посмотрите. Живучие мрази. Ненависть. Ненависть. Вы генерируете только ненависть у меня. Я думаю, туда лучше не прыгать, да? Черт. Фак, я так и знал, что туда надо будет упасть. Ну ладно, поплыли тогда сразу.
Не будем задерживаться. О, барнакл, прекрасно. Начнем с барнакла. Кстати, а мне, по-моему, им и надо воспользоваться, чтобы подняться. Ну что, барнакл, будем тебя использовать грязно. Лифт барнакл. А на кой хрен мне надо было сюда залезать? Обнаружен незначительный перелом. Нет, конечно, тут есть нычка, да? И я попал к ней с помощью этого барнакла, но... Ха! Я не думал, что здесь тупик. Я правда не думал, что здесь тупик. Ладно, прыгаем назад. А куда плыть тогда? Сквозь это? Нет. Перепрыгнуть и плыть дальше? Да, как вариант. Так, всплываем. О, свет впереди. А, почему эта дрянь горит? Нет, ну, в принципе, отсюда может идти газ какой-то. Так что, да, она может гореть. О, слушайте. Помню эту дрянь. Зверская. А я вам сказал же, что она зверская, да? Угу. Кажется, я упомянул это. Прежде чем она меня разрубила. Ладно, хорошо. Как мне так запустить, чтобы она не убила меня? Я же вроде далеко стоял. Ой, вот, все. Все. Она типа сейчас дойдет такая до конца, а потом, по-моему, вернется. Ага, она вернется. О, прекрасно. А теперь обратно. Вперед. О, блин, прячемся. Есть. Так, ждем, пока обратно пойдет. Так, побежали дальше. Ну давайте, вылезайте, твари. Ух, ёп. Чуть не срезало меня. Пошел нафиг отсюда. Фу, это мое укрытие. Ах, жесть. Ну вот, там еще идут. Она не успеет вернуться. Давай. Успей вернуться. Ну... Я верю в тебя. Yes! Шикарно. Так, погнали. Ну вот, кажется, и все. Наконец-то мы выбрались наружу. Больше никакой темноты. Никаких фонариков. Впереди только... красота. Ну, если не считать вот этой мрази, ползающей здесь, впереди только красота. Так, о, слушайте. Так. Патрончиков взяли. Ну и понеслась, в принципе. О, ну посмотрите, кто нас встречает. Старые добрые знакомые. Давай. Не стесняйся, тварь. Стесняйся, сволочуга. Я не понял. Я не убил тебя, что ли? Нифига ты резкий. Ух. О. Вы посмотрите, какая у нас классная турелька там сверху стоит. Правда? Мне придется с ним разобраться. Хоть он и такой полезный, но мне придется с ним разобраться. Так. Надеюсь, попаду. Опа. Шикарно. Осторожно. Меня убили. Осторожно. Ох, фак. Не спешим. Только бочку не взорвал, а. Сейчас. Вот вам. Всем. Кого он там отстреливать-то, я не пойму. Бочку движущуюся. Так, мне надо... как-то пробежать. Ну ладно, сейчас попробуем. Так вот. Опа! Ух, ёп! Моё! Вашу мать! Что ж такое-то? Обалдеть, пол хп как не бывало.
пол хп как не бывало. И что делать? Мне типа взять вот эту телегу и идти такой с ним? А, нифига, он жарит. Иди в баню. Ой, бревна падают. Как мне пройти-то? Ну, стреляй уже. Стреляй, свинья. Вот гадство. Вот гадство. Я не знаю, что делать. Внимание, состояние критическое. Ага. Ага. Телега. Блин, телега меня практически спасла. Еще бы чуть-чуть. Так, ладно, хорошо. Телега. Телега, блин. Ух ты, ё-моё. Так, хватаем телегу вот так вот. Я думаю, так лучше всего. И вперед! Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Да-да-да-да-да! Телега! Зашибись! Так, все, здесь он уже меня не попадет. Я надеюсь! Зря я надеюсь. Так. Ага! Сосунок. Получи фашист гранату. Осторожно, осторожно. Зараза, а? Я бы тоже там хотел сидеть и снайперить по Гордону Фриману. Это так халявно. Это ведь так классно. Просто шикарно. Жаль, что я так не могу. Ну да все. Ой, ё! Комбайны! Комбайны, блин! Ребята, давно вас не видел. Какие вы классные. Какие вы предсказуемые. Пошел вон. А вот и моя новая винтовочка. Да, дорогие друзья. Моя новая винтовочка. С альтернативным огнем распыления. Ух! Ну что, давайте зададим жару им. Давайте им зададим жару. Так. Сначала, правда. Патрончики, патрончики, патрончики. На какой надо там кнопочку-то? Троечка два раза. Ага, все ясно. Без проблем, погнали. Ну что, обнаружен нарушитель. Обожаю этот винтарь. Просто шикарный. Особенно мне нравится, как он перезаряжается. Просто офигенно. Просто офигенно. Просто обалденно. Ой. А. Как он кучно бьет, а. Как кучно бьет. Как быстро перезаряжается. Ох, вот эта винтовочка. Просто супер. Хорошо, что не всей долбанной комбайнятине выдают такие. Иначе мне пришлось бы очень тяжело, дорогие друзья. Ну, просто очень тяжело. Потому как винтарь реально шикарный. О, кажется, на вас кто-то напал, идиот. Хотя нет, слушайте, они были с этими винтовками и... И они слабы. Кто они против Гордона Фримана? Никто. Лишь жалкие черви. О, ребят, кажется, у вас тут проблемы. Сейчас я вам помогу. А, стоп, это же повстанцы. Повстанцы, блин. Надо помочь повстанцам. Отлично. Вот, кажется, и все. Привет, ребят. Уинстона подбили. Подлатай его, станет лучше, уйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Ну давай, надеюсь, что сможешь. Кстати, этот чувак на Моргана Фримана похож. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. Да. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новый Проспект. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже.
Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил да, там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, запасемся всем, чем можем. Ну-ка, о чем мне тут говорят? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Нет, походу не очень слышно. Ну что ж, дорогие друзья, вот я забрал патрончики, все, что тут было полезненькое, немножечко даже им осталось. Ну, а нас ждет впереди поездка на багги по берегу, где будет много коконов муравьиных львов. Вернее, даже не коконов, они там, в общем, в песочке прячутся. Так что будет весело, дорогие друзья. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.